самоцветы и минералы, украшения и талисманы, сувениры. Выставка «Каменная сказка» снова в Кирове. Здесь каждый может найти что-то свое. Ведь на площадях выставочного зала на Карла Липнихта изделия и камни представили мастера из разных городов. Удивить здесь может каждый стол. Вот, например, камни в своей первозданной красе, не обработанные. А эта калининградская коллекция из янтаря не оставит равнодушным ни одного посетителя. На выставке не только готовые изделия. Браслеты или бусы можно собрать под конкретного человека и по конкретной дизайнерской задумке. Залов здесь несколько. Организатор «Каменной сказки» и мастер своего дела Дмитрий Абакумов расположился в самом последнем из них. Тут он готов ответить на любые вопросы покупателей и помочь с выбором. Но главный его совет – довериться на выставке своей интуиции. То есть, если вас к чему-то потянуло, поверьте себе, если камень вас позвал, значит, какая-то его внутренняя пульсация совпала с вашей. А мы уже расскажем, что это, к чему это и что он обозначает. Найти свой уникальный камень или изделие можно на Карла Липнихта 71. Выставка-продажа «Каменная сказка» будет работать до 25 февраля.